Карапуз представляет. Привет, друзья! Привет! Здорово! Сейчас расскажем вам историю. Какую историю? Классную, интересную! Да, приключения друзей. Тогда погнали! Начинаем! Прижаться к обочине, прижаться к обочине, а то открою огонь. Эта история так и началась. О бешеной спортивной машине, которая хотела уйти от нашего славного полицейского. Эй, ты, как тебя там зовут? Феррари. Ну что, Феррари, получил свое? Получил. Вот и остался без колеса. Теперь я тебе выписываю штраф и отправляю на штрафплощадку. Будешь месяц там стоять, все ясно? Ясно, ясно. Что? Ну, раз ясно, теперь надо подумать, как тебя доставить на эту штрафплощадку. Ну, думайте, думайте. Думайте, думайте. Хорошо, сейчас позвоню своему знакомому. Слушаю вас! Алло, это мэтр, ты? Да, я, что надо, господин полицейский? Да тут у меня нарушитель есть один, поломанный. Мы ему прострелили одно колесо, да и вообще его не стало. У меня есть просьба, ты можешь его эвакуировать на штрафплощадку? Ну, на штрафплощадку, наверное, не смогу, это далеко. Ну, на станцию попробую, там, где разводят всех на штрафплощадку. Ну что, согласен Феррари ехать с нашим мэтром? Согласен, согласен. Конечно, согласен, ведь у тебя выбора нету. Ну, мэтр, жду тебя. Подъезжай! Здорово, это и есть этот бедолага. Эй, бедолага, тебя как зовут-то? Феррари. Феррари, Феррари, знаем мы вас из Феррари. Да уж, догонялся он, догонялся. Теперь, я надеюсь, надолго хватит ему этого урока. Ну что, мэтр, цепляй его и вези к площадке. Хорошо, цепляюсь. Сейчас задом заедем и за крючок прицепим. Вот так кое-как прицепил и потихоньку поехали. Ну что, бедолага, держишься? Держусь, держусь. Я сопровождать не буду. Там будет все в порядке, мэтр? Да, все в порядке, не переживай. Я надеюсь, Феррари, это был для тебя хороший урок. Хороший, очень. Надеюсь, ты запомнишь, если я тебя еще раз увижу на дороге с такой скоростью, я тебя посажу в тюрьму. Ты меня понял? Понял, понял. Ну все, езжайте. И они поехали на стоянку. И вот они приближались к стоянке грузовиков, которые обычно отвозят легковые машины. О, здорово, Мак! Здорово, мэтр. Какими судьбами? Да так, молния Маквин перевожу. Да ты что, мой друг, здесь? Ничего себе! Может, разбудишь его, он, наверное, храпит. Наверное. А у тебя кто там? Это нарушитель, которого прострелили колесо и вообще его не стало. Ну, конечно, это Феррари его зовут. Познакомься, Мак. Очень приятно, Феррари. И мне приятно. Приятно. Ну, показывай, забуди молнию, буди, прошу тебя. Ну, хорошо. Попробуем. И они начали стучать и давать сигнал задней крышки. Да кто там стучится? Кто там стучится? Открываем люк.
не дают поспать звезде. Вылезай уже, вылезай! О боже, это мэтр. Таким ранним утром, мой друг. Ну что ж, вот он выехал. Здоров, мэтр. Привет, мой корис. Как зытуха у тебя? Да нормально все. Вот переезжали с город, да, в город, в том соседнем городе у нас гонки проходят. Ой, я хотел бы посмотреть. Да вот ситуация такая вот у меня. Тут находится нарушитель, все без колеса. И что ты с ним собираешься делать? А я вот присыл попросить Мака. Мака, чтобы перевезти. Да вот он тебя везет. Ну, я не знаю, что Мак ответит. Мак, ты повезешь его? Нет. Вот, видишь, я так и знал, что он тебе так ответит. Ну, что же делать? Я могу позвонить своему другу Джону. Он перевозит таких нарушителей. Замечательно! Набираем Джона! Да. Привет, Джон. Здорово, Мак. Слушай, а ты можешь перевезти тут одного нарушителя? Да не вопрос. Я как раз сейчас проснулся и готов ехать. Ой, ну спасибо тебе большое. Ждем тебя. Окей, до встречи. Наши друзья ждали Джона. В это время на горизонте показалась красивая машина. Да, я прибыл. Привет, Мак. Привет, Джон. Ну что, кого грузим? Да вон, Феррари. Попался, бедолага. Попался. Ну, загружайте. Сейчас я его подгоню. Раз, два, три. Наверное, давай открывай свой задний борт. Вот так, хорошо. А я его подвезу, везу. Сейчас развернусь. И вот таким образом... Раз, два, подталкивай и загнали, хорошо, стоять, закрывай борт. Все, надеюсь, господин полицейский останется довольный. А вы, друзья, возьмете меня в дорогу на гонки, чтобы я посмотрел, как молния летает? Пожалуйста, я буду рядышком ехать, постараюсь не отставать от вас. Ну что, Мак, возьмем? Возьмем. Это замечательно. Ну что, друзья, я смотрю, вы разобрались со своими делами, а я отправляюсь в путь-дорогу со своим нарушителем. До скорых встреч. Спасибо за работу. Не за что, Джи. Пока. Наши друзья тоже решились ехать в дорогу. Молния опять отправилась в свой фургон. Я задом заеду и покемарю еще. Дорога дальняя. Ничего, не переживай. Я точно буду охранять твой сон. Ну что ж, поехали. Езжаю прямо за тобой, Мак. И наши друзья отправились навстречу новым приключениям. Но это будет в новых сериях. До скорых встреч! Пока!